посадку. Сейчас самолет уже. И будем вылетать. Здесь меня встретят нормально. Что там, надо добираться еще 2 часа до гостиницы. И у нас была пересадка 30 минут до Вены, до самолета Вены. И получается, у нас была задержка полчаса. И как раз эти полчаса мы прилетели ровно в 16:50 вылет, и ровно в 16:50 мы прилетели. Сейчас, короче, буду искать какой-то информационный деск, чтобы узнать или у кого-нибудь узнать, куда мне дальше идти, как менять билет и так далее. Может, мне поменять билет, есть, может, на вечер билет. Сейчас буду искать, проверять, смотреть. Короче, все прикольно, поменяли мне билет на 6:25. Все, лечу я через час, через полтора часа. Ну, по крайней мере, нормально поменяли, ничего не доплачивал. Ну все, ждем самолетик. Все, ребятки, прилетели сейчас в Вену. Сейчас будем забирать багаж и добираться до гостиницы, до базы, там, где будут проводить соревнования. Наконец добрались до гостиницы, заехал в комнату. Значит, живу в таком номере. Вот такой, здесь еще 2 комнаты. Короче, еще 2 комната есть. Выглядит так. Там еще покажется маленький балкончик. Ну, короче, вот такая вот гостиница. Да, сегодня был, короче, длинный день. Все, уже будем отдыхать, ложиться спать. Будем восстанавливаться. Через 2 дня бежать. Так что будем настраиваться на хороший бег. Ребятки, начинаем разминаться. Немножко ветерочек есть у нас. По виражу получается в лицо. По прямой закручивает и в спину. Показывает плюс 3, около районе 3 метров. Чем мы посмотрим, как будет оно сейчас во время бега. Но будем бежать, короче, в полную. Дай бог получится из 20, там может куда-то дальше. Будем настраиваться бежать в быстрый бег. Все, ребятки, поехали. Let hope be at the end of let me hold your hand so tight and show you how much I never leave you.
Сейчас поразминались, идем в колд рум. Дальше уже будем бежать. Посмотрим, как сегодня получится. Надеюсь, хороший будет результат. Потому что ветер неплохой. Но и рожа встречает. Ладно, поехали. Ребятки, пробежали мы сейчас 200, получилось у нас 19.98, бежалось неплохо, на вираже, конечно, очень сильно встречал ветер, прям вообще как в стену бежали, и после виража уже нормально так получилось раскатить, но после, где начинается трибуна, то там вообще чувствуется, что ветра нет, как бы. Ну, мои предположения, что можно точно так же бежать по прямой и без ветра. В принципе, как и по сезону у меня получилось, сейчас, в принципе, форма неплохая. И как бы можно эти же результаты бежать по прямой, как и есть. Значит, у нас остается сейчас, мы поедем уже домой. Дальнейший план у нас — командная Европа, она будет у нас проходить в Финляндии. Надеюсь, погода там будет хорошая. Мне сказали бежать 200 эстафету. Посмотрим. У нас потом остается Diamond League в Париже. И дальше же мы заканчиваем сезон и будем делать такую мини-нагрузку, потому что надо уже готовиться к чемпионату мира. В принципе, мне пришло приглашение из других лиг. Это будет в Лондоне и в Рабате. Но, скорее всего, я не поеду, потому что нету времени, не остается времени для небольшого такого нагрузочного цикла, микроцикла. Потому что если не сделать микроцикл, то можно потом просто потерять форму. Потому что у нас есть как бы план рабочий, по которому мы работаем, надо его придерживаться. А остальные старты еще можно по сезону еще постартовать. Ладно, ребятки, всем спасибо за просмотр. До следующего видео.